В Алматинской области продолжают возвращать неиспользуемые сельхознаделы в собственность государства. В прошлом году только в Жамбылском районе было передано более 40 тысяч гектаров пастбищных угодий. Все земельные участки распределили между населением 54 сельских округов для выпаса скота. Кроме того, в регионе выявили свыше 55 тысяч гектаров сельхозугодий, используемых нерационально. Некоторые агроформирования вернули земли добровольно. Возвращение еще 18 пастбищных участков сейчас идет в судебном порядке. Возвращенные земли, если они находятся недалеко от населенных пунктов, мы отдаем их в пользование местному населению. Если же сельхозугодия расположены далеко от сел, то они распределяются через конкурс, который проводится согласно 48 статье Земельного кодекса.